Анифильм представляет «Мое королевство, короли моей любви». Врунишка, во имя любви! Всем привет! С вами Нанахаранона. И сейчас у меня физра. Но не могу я бегать. Хакуба, погнали! Сейчас! Считаю, уже забили! О. Что, Куросава, держишь меня? Типа того. Хакуба, Куросава, дуэль красавцев! Задай им, мой Куросава! Мой Куросава! Ах, какой же он клёвый и решительный! Да так близко! Мой Куросава! Учитель! Подойдите! У нас ЧП! Множество ушибов и вывихнутые запястья на правой руке. На всякий случай сходи еще в больницу. Хорошо. Нона! Как ты себя чувствуешь, Нона? Ребята, вы меня ждали? Естественно, ждали! Прости, Нона. Куросава? Все это из-за меня. Будь я внимательнее, такого бы не случилось. Мне очень жаль. Да брось! Сама виновата, что близко подошла. А ты-то не ушибся? Нона, подушка из тебя замечательная. На нем не царапинки. Вот и славно. О, звонок на урок. Пора идти в класс. Прости, нога болит. Донесу тебя до класса. Ну что ты, не надо. Пожалей себя. Куросава, как в сказку попала. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Жуй хорошенько. Ага. Вот это да! Куросава кормит меня. А все благодаря вывихнутой руке. А теперь что хочешь? Так, омлетик. Погоди-ка. У тебя тут крошки на лице. Влюбленные голубки. Спасибо тебе, Куросава. Готова вечно забинтованной ходить. Лишь бы Куросава был рядом. Пойдешь завтра в больницу? Схожу с тобой. Спасибо большое. Скорее выздоравливай, Нона. Ага. Вот, держи. Рецепт этого чая передается в нашем роду из поколения в поколение. Лечит от любой хвори. Перед сном выпей побольше. Спасибо. Пока, Нона. До завтра. Ага. Ребята, спасибо за все. Я на седьмом небе. И завтра весь день с Куросавой проведу. Ну и ну. Словно ребенок. Слизну крошки. Ах, вот счастье-то привалило. Да? Правую руку вывихнула? Как рисовать будешь? Тоже мне профи. Махигаси, извините, я уж постараюсь выздороветь поскорее. Разумеется, чтоб завтра была здорова. Мы должны сдать главу до выхода следующего номера, ясно? Да. Настоящий знаток своего дела. Если не поправлюсь, прибьет. Интересно, если этот чай пить не стану, Хикару обидится? Ну что за дела? Сказал же выпить! Мяу!
Ну тебя! Ладно, сделаю глоточек. Гадость! Такой чай не вылечит, а покалечит. Спасибо. А теперь спать. О, могу пальцами двигать. И прям здорово! Вчера все тело ныло, а сейчас как новенькая. Ой, неужели мне от противного чая Хикару полегчало? Доброе утро. Доброе. Еще болит? Да. А то. За ночь ведь никто не поправляется. Хоть и не болит, но вряд ли зажило. О, у вас все хорошо. Можете хоть вагоны разгружать. И в перевязке нет нужды. Нет. На всякий случай забинтуйте на сегодня. Прошу. Нуна, ну что? Куросава. Прости, вдруг резко заболела. Терпеть можешь? Ага. Прости, Куросава. Знаю, обманывать нехорошо. Но когда еще ты будешь так ухаживать за мной? Поэтому продолжу прикидываться больной. Нуна, ну как ты? Полегчало? Вообще-то... пока еще болит. А ты точно пила мой чай? Разумеется. Нуна, я для тебя конспекты сделал. Спасибо, Хакуба. О, а ничего, что ты больной рукой за тетрадку хватаешься. Спалилась. Больно. Я по привычке. Ай-яй-яй. Бедная я, несчастная. Может, в медкабинет? Нет, не надо. Куросава, а ты покормишь меня сегодня? Да. Ура! Свезло! Моему счастью нет предела. Эй, Нуна! Я тебе попить купил! Лови! Запросто! У тебя все прошло! Врунишка! Что же я так? Куросава! Я могу все объяснить! Ой! А я-то и не заметил! Надо бы наказать! Простите! Я солгала. Мне уже лучше. Прости меня. Да не переживай. Я давно все понял. Ну еще бы. Что? Ну когда? Когда из смотрового кабинета вышла, дверь больной рукой открыла. Тогда и понял. Аж тогда... Не умеешь ты врать. Стыдобище. Под землю охота провалиться. Но я рад, что тебе полегчало. Ты ведь девушка. А вдруг бы у тебя травма на всю жизнь осталась? Я весь извелся. Пока всякие глупости представляла, Куросава волновался. Но раз все позади, скажу. Будь что серьезное, всю ответственность я взял бы на себя. Ответственность? Неужели... Жен? Врунишке, Нона, не расскажу. Стоять! Что за беспредел? Куросава, больно. Ты это, полегче.
Хакуба, да ты счастливчик. В общем, Куросаве пришлось ухаживать за Хакубой. Перевод на русский: Систрикс, Кассандра и Кселос Лайер. Для вас озвучили Сойер и Мизида. Озвучено проектом Anifilm.tv в 2015 году. Восьмой том королевства наконец в продаже. Наконец-то у нас скоро свой прогресс. Не пропустите!